Сегодня готовим вкуснейшую курочку без духовки. Нам понадобится побольше лука. Возьмите 400 грамм и нарежьте лук, как вам удобно. Не переживайте, если ваши домочадцы не любят его. В готовом блюде они его даже не заметят. В сковороду налейте растительное масло, нагрейте немного и кладите порезанный лук. Пассируйте, чтобы он слегка стал прозрачным. Далее добавьте пол чайной ложки пищевой соды. Лук станет желтеть, как будто вы добавили куркуму. Перемешайте буквально полминуты и сверху выложите курицу. Теперь посолите хорошенько и поперчите. Закройте крышкой и держите на среднем огне 20 минут. Далее переверните куски курицы, посолите и поперчите теперь с этой стороны. Снова закройте крышкой и держите на среднем огне еще 20 минут. Вот и все, вкуснейшая курица готова. Без никакой жарки и духовки мы получили шикарную корочку. А лук весь растворился и превратился во вкуснейший соус. Готовьте на здоровье. Если понравилось, ставьте лайки и сохраняйте себе рецепт.